Попробовать солдатской каши и побывать за штурвалом самого настоящего самолета стало возможным в минувшую субботу на военном аэродроме Дягилева. Здесь в очередной раз прошел праздник, посвященный Дню военно-воздушных сил России. Посмотреть действительно было на что. Поздравительные речи, награждения, торжественный марш быстро сменились менее официальной частью, в ходе которой зрители развлекали различные художественные коллективы, байкеры и, конечно же, выступления десантников. Кроме того, вся техника, выставленная в этот день на аэродроме, была открыта для посетителей. Взрослые и дети могли ознакомиться с внутренним устройством самолетов и почувствовать себя на мгновение настоящими летчиками. Также мы хотим показать, что военно-воздушные силы, да, присутствуют тоже на Рязанской земле. Это в первую очередь воспитание наших молодых ребят. В первую очередь. Они пришли, посмотрели на эту технику, сели на место пилота, да, посмотрели, что это такое, самолеты. И захочется, да, вот ему стать лучше, стать здоровее, заниматься спортом, там, физкультурой. И мы уже, считаю, даже этим шажками делаем пользу для оздоровления нашего общества. К сожалению, в этот день самолеты так и не поднялись в небо. Но ощущение причастности к чему-то большому и важному наверняка осталось в душах каждого. И кто знает, может быть, пришедшие сюда мальчишки когда-нибудь в свое время тоже поднимутся в небо и в третье воскресенье августа будут отмечать свой, в полном смысле слова, высокий профессиональный праздник.